Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play, и мы продолжаем God of War 4, или просто бесциферный, 2018 года выпуска, буквально вот совсем недавно вышло. Мы в прошлый раз прокачали чутка топор, и... А где мелкий? А, вот он куда-то ушел. Пойдемте, собственно, покатаемся, пошастаем по горам, полазим, посмотрим, что там, где там. Я чуть-чуть убавил звук эффектов и звук музыки, чтобы речь слышно была погромче, потому что ее, на самом деле, тиховатенько слышно. Кажется, здесь можно пройти. А, окей. Сюда. Нормально так, нет? А. Это сила топора открывает нам дорогу. Хорош, красиво, четко. Загадки, разгадки, это не по мне. Но мы попробуем. Так, окей, это нужно... А, это нужно раскачать, потом, собственно... Окей. Окей. Окей, как-то так, допустим. Бляха, в натуре загадки. Загадки, а я хочу драться. Я хочу, чтобы драк было больше здесь, без проблем. Так, рубленые серебро. Плюс 4 всего, а что так мало-то? Плюс 4, это что-то прям маловато. Пошли, пиздюк. Жди здесь. В смысле, жди? О-о-о-о-о-о. В смысле, бляха, жди здесь. Одному без топора, что ли, жарится? Ты серьезно? Назад. А-а-а, прыгни! А можно как бы это убыстрить сейчас, нет? Да ну нахер, серьезно, что ли? Я же специально, блядь, сделал, чтобы они там... Ой, ладно, понятно. Специально же сделал это, ну летит твою мать. Ах, обидно. Я думал сделать красиво, на самом деле, серьезно. Я думал, их сейчас быстренько зажмет, и я такой красавчик, типа, использовал местные эти... возможности, все дела. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оказывается, я ничего не использовал. Ну ладно, без проблем, ничего страшного. Не страшно еще. Твою мать, еще. Кто там в меня стреляет? Спокойно. Разрываю. О, красиво. Так, я так понимаю, ты не хочешь там сражаться, да, спокойно? Стреляй вот в эту, стреляй. Сейчас быстренько ушатаем. Опять-таки у меня есть ульта, но я опять-таки ей не пользуюсь, потому что, ну, почему? Потому уйди. Стреляй! Ты его сделал. Естественно! А ты как думал? Бляха, там здоровый этот огненный, да? Блин, ну теперь-то... Он же там типа стоит, тупит и ничего не сделает, правильно? Берегусь, да. Ну, получилось, ладно, хотя бы разочек. Хотя бы разочек получилось уже хорошо. Окей. Но я хотел, чтобы всех так ебануло, а получилось только одного. Обидно. Так, а у нас там руны опять какие-то. Сундук с рунами, а где остальные руны? Блин, мне надо сделать как-то так, чтобы оно все вообще ничего не опустилось, я правильно понимаю? Это, скорее всего, будет сложно. Допустим. Так, СРН. Там есть проход какой-то непонятно куда. Мне нужно куда-то залезть. Вау! В смысле? А, это ШП, я ж сам, блядь, дернулся. Хорошо, так, тут у нас что? Я, в принципе, могу... Я понял, понял, понял. Сюда. Так, ты уже здесь, красиво. Ну хорошо, блин, подожди, а руны-то? А, я поверху пойду, все понятно. Сейчас это все опустится, я смогу этим всем воспользоваться. Прыгай, что ты? Хорош. Да ладно, не сын. Я не дам нам погибнуть. Когда это мы не выбирались, дурак что ли? Снятые печати одна из трех. Замечательно, замечательно. Так.
Одна из трех. Где-то рядышком еще есть, чтобы я никуда не ползал. Нет, здесь не. Да тихо ты, ну не дури ты, не бушуй так сильно-то, ну успокойся чуть-чуть. Спокойней себя веди, ничего плохого не происходит. Бляха, провод от микрофона, сука, мешается мне, прям джойстик тут собака. Вот так вот сделаю. Так, слышно меня, слышно? Первый, я второй. Отлично, все слышно, поехали. Сундуков здесь целая гора. Нет, не надо! Зачем ты это сделал, блядь? Мы снова тут. Обидно. Сейчас было обидно. При том, что все это придется повторять заново. Так, где печать? Это еще интересно. Блин, реально заново придется повторять. Так, а здесь ничего. Тут ничего. Ладно, хер с ним. Я думаю, вот так вот хватит нам. Я дальше-то не буду уже. Раз. За мной, мелкий. Красиво. Может, пойдем дальше? Не-не-не. Пошли. Ты где? Сюда. Давай бегом. Мне нужна печать. Алло, ау. Так нечестно. Что это? Лики магии. Опа, подожди-ка. Что такое лики магии? А мы нашли эту зловещую маску в опасном месте на переправе. Надо поискать похожие, вдруг кому-то захочется их купить за рубленное серебро. Действительно, а чё бы не купить за рубленное серебро красивые страшные маски? Так, я не понял, где еще печать-то? Алло, ау. Так, вон печать одна вижу. Только как ее подбить? Ну почти. А ты, сука, пролетает, прям не видно, хорошо. Может я туда залезу? Их слышно. Место! Может, ты стрельнешь туда в натуре? Ты не допрыгиваешь. Так, секунду. Прыгать он не прыгнет всяко туда, да? Он не прыгает, куда ему не хочется. Значит, туда можно как-то попасть по-другому. Только как? Может, с какого-то более высокого места я смогу этот топор закинуть? Или типа по касательной как-то, нет? Да он никак не разбивается. Ладно, это вторая печать. А где третья? Хороший вопрос. Тут я спрыгну, но мне этого не нужно совершенно. Это я понял, эту подъебку на ёбку. Так, надо послушать внимательно. Они звенят, это слышно. Сейчас бы еще пиздюк здесь не кряхтел, было бы шикарно вообще. Как же тебя подбить-то, собаку? Блин, а реально, как ее подбить? Он ведь даже на возврате ее не бьет. Как бы на возврате он мог бы ее подбить, но не подбивает. Ее, в принципе, можно оттуда ударить, наверное, да? Что там такое? Этот мост не падает. Да, блядь, а сундук-то надо. Там всякое яблочко третье, которое мне хпшку пополнит. Ну где... А, третья, хорошо, третью вижу, допустим. Ну окей, но... Бля, снизу надо бить. Снизу, с той стороны. Ладно, давай попробуем, без проблем. Пополняшка хпшки, это вообще неплохо, с учетом того, что мне здесь неплохо так бьют. Вроде уровень сложности-то там обычный, вообще стандартный. А, прилетает мне только в путь. Я, конечно, еще не мастер всех этих рукопашных местных. Аху я тут достану, ага. Да, бляха, вот это уже не весело. Как я должен был тут достать-то? Может быть, как-то сверху? А, кстати, да, почему бы нет? Я же могу сам себя поднять, по идее. Я же могу сам себя поднять, и все будет нормас. За мной, пиздюк, погнали. Опачки. Может, пойдем дальше? Пошли, пошли, пошли. Давай только бегом. Голова сообразила, сделала красиво, четко. Давай быстрее. Ну вот запрыгни, ты уже можешь, я уже вижу.
Не прыгнет, прям пока до упора не поднимется, смотри. О, делов-то. Хорошо. Разгадали третье яблочко. По-любому здесь должно быть яблочко третье, да, фиолетовый цвет. Нет, в смысле? Рог какой-то. Рог меда крови, легендарный предмет. Вы нашли один из трех рогов для увеличения максимальной ярости. Да, хорошо. Сердце того, кто отведает меда крови, наполняется неукротимым гневом. 9 рогов этого меда спрятаны в сундуках, запертых магией. Каждые 3 из них повышают максимальную ярость Кратоса. Хорошо, замечательно. Окей, без проблем. Так, ну-ка, чуть-чуть опустить бы подлокотники, чтобы конкретно удобно себя чувствовать. Да, вот так вот. Ну, хорошо. Ну, типа того, поехали, разгадали. Но я на самом деле надеялся, что... Опа. Я на самом деле надеялся, что здесь будет у нас этот яблочко. Ну давай наебнись мне тут еще, ага. Сейчас не хватало прям. Ух ты! Никогда не был так близко к горе. Огромная. Гора как гора. Ничего не вижу такого восхитительного. Жаль, в ней. Мама не увидит. Увидит, сейчас мы туда принесем. Да что, мы же ее несем туда, ну? Ты что? Андрюх, ты дурак? Нет? Соберись, тряпка, ёпта мать. Не трогай его, пусть мужиком растет. Нехуй сусюкаться. Правильно, правильно. Ишь ты. Ишь ты, хотел потрогать. Погнали! Ой, блядь, не бегай туда, пожалуйста, там статуя, там сейчас будет что-то будет страшное, серьезно, я говорю. Так, а что такое-то? Нет? Лики отлично. Магии. А, отлично, это жить. Как он? Типа местная валюта. Типа продадим кузнецу, если встретим его где-нибудь. А я могу здесь перемещаться, кстати говоря? Тайная комната. Переправа. Лавка. Не могу? А то мало ли. Мало ли здесь есть телепорты. Спокойно. Что это? Мальчик. Не трогай, пожалуйста, не надо, блядь, вперед паровоза-то лезть. Тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли, мы станем одним. Но одному не быть таким. Загадка. Может, где-то тут есть подсказка? Вон. Без проблем, окей, сейчас разгадаем все. Рубленное серебро. Короче, рубленное серебро это не ресурс, это деньги. Я подумал, что... Должны вращаться. Да, логично, что вращаются они. Я думал, что рубленное серебро поначалу это какой-то материал, который нужен, чтобы... Спускайся. А оказалось, это просто валюта. Ну ладно, хрен с ней. Теперь мне хотя бы проще это будет понимать. Мы собираем деньги. Ну и вращается, ну и что? Нужно где-то остановить что-то, что ли? Судя по всему, да. А ты смог бы заморозить эти шестерни? А, все нужно заморозить. Все понятно, они по очереди морозятся. Так, дракон сверху, вижу. Вот еще дракон. Подожди, а что морозится-то? А, шестерни вот эти, что ли? Все понятно. Все понятно, понятно, понятно. Все окей. Давай ждем вот тут вот. А, бляха, не успел. Есть. А, нужно сделать общую картину. Вон оно чё. Вон оно чё. Общую картину. Стоять. Нужно сопоставить одну с другой. Сейчас я найду, где правильно сопоставляется вот этот с этим дракон. Друг с другом. Они типа выломаны, что ли? Все равно непонятно. Вообще, блядь, непонятно, серьезно. А, по веточкам можно, окей. Можно по веточкам, допустим. Я имею в виду по этим, по... Или нельзя? Нет, скорее всего, можно. Так, вот так бы оно сошлось, наверное. Или вот так бы оно сошлось. Хорошо, типа вот так. Да, вот так сходится, отлично. Осталось нижнюю подогнать. Под общую картину.
Осталось подогнать нижнюю. Так, окей, по символам. Ищем по символам совпадение. Это... Да, вот так нужно было останавливать. Вот так, либо... Эта часть подходит. Да. Теперь нужно остановить вообще все. Или само становится. А, вон те, окей, самое длинное не совпало. Хорошо. Другой стороной, ну сейчас перевернется и будет красиво. Я вижу руны. Я тоже вижу. Мальчик, и что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Да. Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Чего? И уже черти, блядь. Чего? Что-то есть. Сейчас какая-нибудь хреновина оттуда вылезет громадная. И жопу нам разорвет прямо изнутри. Знаешь, засунет так руки вот так вот и хуяк! И жопа разлетелась просто в никуда. Да куда ты вечно убегаешь, сраный ты маленький засранец? Бля, блядь, кинь мне вот топор, как кину сейчас топором в тебя, ну? Хорошо, сколько, мать твою, можно? Но еще лучше, что уже уходим. Подожди. Че это? Так, Y. Что это за картиночки такие? Что это там наверху? Я, подожди, разбираюсь. Часы, какие-то рисунки. Рисунков целая гора, что это такое-то? Подожди, а у меня есть навыки? Сколько у меня опыта сейчас? Маловато. Маловато опыта, я хотел пассивки покачать, да? Я вообще-то щит, думаю, может покачивать. Щит вообще-то дело читерское на самом деле. В любой игре щит это такое, если это не какой-нибудь онлайн. Удерживать R1, чтобы сбить врагов с ног и нанести им умеренный урон от оглушения. Это в любом случае не хватает. Короче, ладно, нам 1000 надо копить на что-нибудь. Ты где? Ага. Блин, ну все время раньше у меня кто-то уходит. Куда, бляха, уходит? Хреново поймешь. Тихо. Ворона, что ли? Ага, сука. Услышал. Грязная зеленая тварь. Я слух иметь у меня есть, кидать в кого попало там, если чё. Бляха, ребра дракона, ты посмотри. Сын. Тихо, 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 чё это? Чьи следы? Может, кабан? Не знаю. Не-не-не! Но я найду. Не вдумай! Иди. Блядь, ну что ты, вот серьёзно! Ну важно не терять свои навыки. Он же меня это, походить в... А, поохотись, окей. Я думал, сейчас, ну сейчас на какую-нибудь хуйню меня заведет по-любому. Так, короче, ждем победителя, потом справляемся с ним. Не ходи туда! Бренна Дейди. Окей. Ага. Ну, допустим. Пока что ничего страшного. Отвлекаю. Ебать, окей. Че он не отвлекается-то, заебешь? Ты отвлечешься сегодня? Нет, от меня, отстань. Да дай ему насрать. Ах ты ж, сука, ну пиздать, я тебе отвечаю. Все, поехали. А, кончилось, еще одна. Все, на ульте спущу, короче, да и все. Ах, не успел. Что такое было сейчас? Это кто? Твою мать, ты кто? Ты что, охуел? Что за херня такая здесь появилась?
Ой, бля, не успел. Я, конечно, нажимаю не на ту кнопку. Так, отвлекай его. А чё я горю-то? Чё горю-то? Эй, не горим. Бля, он огнём кидает. Чё ты, дурак? Твою мать! Едить как сложно. А чё за хуйня-то? О, у меня здоровье так-то убывает. Вообще беда. Тихо. Он их рассаживает, что ли, я не пойму, или чё? Так, ладно, здоровье подправил. Блин, я даже до половины не добил, серьезно? Да ты, блядь, в тролля стреляй, ну! Так, окей, ульта, хорош, почти. Вот он все в меня стреляет, заебете. Ах ты, тварь такая! Ладно, этих стрелков нахуй, стреляй, тролли! О, я сейчас с ним будем мозги ебать тут друг другу. Готов, жду приятного. Стреляй! Берегись, отец! Эй, прилетело по еблоту вообще внезапно. Так, горю, все, пизда, стреляй. Тихо. Отходим. Ну и вот и все. Потому что если мы сейчас будем мелких убивать, мы полтора часа просидим. Вот это красиво, конечно, ебать, эти казни прям замечательные. Он его же камнем его и пришиб. Где там это? Да, сука, я иду! Иду, блядь! Та тварь такая, сдохни там, ну! Твою же ж мать, вот ублюдок. Естественно. Ха-ха, бать постарался. Опа, сундучок. Сначала, как говорится, всех поёбаем, потом сундуки побобаем, бестиарий обновлен. Тихо, бестиарий. А, тень. Кто это? Когда-то они были обычными разбойниками, но потом вступили на путь Сейдер и научились стрелять магией издалека. Не знаю, кто это. А, вот, а, Брен... Нет, Бренна. Вот это она. Это уже второй тролль, которого мы встретили. Я даже не знал, что они водятся так близко к дому. До сих пор они нас не тревожили. Наверное, потому что мы не тревожили их. Мама говорила, что если я увижу тролля, мне надо бежать от него со всех ног. Думаю, папе она такого не говорила. А хуй возьми, уже говорила. А что это лишние проблемы с этими троллями иметь? Мне хп-шку бы восстановить. Было бы совершенно замечательно. Это что такое? Шельмешмотки, что ли? Наковальня и Вальди. Сильная руническая атака. Скучная атака по площади замораживает всех врагов, которые оказались в радиусе от взрыва. Да? Подожди. А куда я могу ее вставить? В топор? А как? Нажав R2 после начального удара. Это как, так? Так, я не понял. Сейчас попробуем. Ебать! Красиво. Ага, это со щитом используется. Все хорошо. Понял. Тихо. Кто-то что-то шептал сейчас, нет? А, это руны опять. Ну, я же говорю, кто-то что-то шептал. Вот, что написано. Руны — символы трех норм. Норм. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Где-то тут что-то шептало, я слышал. Ага. Атрей, ко мне. Я иду. Ко мне, блядь. Как собаку, нахуй. Так, а... А, нужно успеть все за одно время сделать. Хорошо, значит, третий висит. Что это? Ага. Ага. Так, а вот ты, да? Ты нет. Ну, сначала нам нужно сюда, скорее всего, зачем-то. Чё там такое? Так, ну он либо висит, либо вот это как раз-таки третий есть. Либо в пещере, возможно, мы в пещеру сходим. Просто, возможно, нам дальше в пещеру именно надо...
Если да, то мы вернемся назад в любом случае. Я слышу впереди твою добычу. Окей, нам не сюда. Подожди, подожди, кабан. Давай сначала... А, вот оно висит, все отлично. Так, у нас есть время, в принципе. Хорош. 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 Конечно, откроется, ёпты. Потому что я профессиональный метатель топоров. Яблоко дай. Опять не яблоко, да? Яблоко, хорош. Так, вы нашли 3 из 3. И что мне делать с ними? Вы собрали 3 яблока, еду максимально здоровье увеличен. А, просто так. Ой, неплохо. Но это очень хорошо, на самом деле. Так, теперь тут. И? Теперь я могу сюда залезть, подкинуть его, что ли? Да. Там просто что-то тоже нарисовано, непонятно, что нужно посмотреть. Скинь мне цепочку. Скидывай. Вот ты какой умный, смотри, даже без команды уже начинает со мной разговаривать. Без лишних команд, понимает, без лишних слов. Какой сообразительный, смышленый парень. Что это за хуйня? Сын. Читай. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Запиши. Так, добавлена легенда. Молитва Одину. Прими нашу жертву, о могучий всеотец, и избавь Мидгард от дикой охоты Хель. Один Один, мудрейший из всех, чье дыхание дало жизнь Аску и Эмбле, от которых пошел наш народ, мы молим тебя о защите. Повели благородным валькириям истребить лишенных смерти. Повели своим славным сыновьям Тору и Балдуру, или Балдуру, защитить нас. Повели драконам пожрать ледяную орду. Спаси наши души, дабы мы продолжили служить тебе. Едва ли Один получил это послание. А может, ему было насрать. Скорее всего, второе. Вряд ли богов интересуют вот эти вот приземленные человеческие хуйнюшки, которые никому не сдались. Как топор сам по себе возвращается, я не понимаю. Это, блядь, за магия такая. Здесь очень быстро копится ульта. Мне нужно прокачивать щит. Я хочу быть щитовиком жестким прям. Заблудились? Нет. Нет, нет. Так, подожди, а у меня есть на L1, ой, на R1 и на R2. Так, а какая у меня будет следующая тогда получается? На L2 я смогу нажать, и будет третий какой-то суперудар. Скорее всего, так. Короче, мы уже победили 2 троллей, победили кучу непонятных драугров. Кто следующий? Самые бесячие пока противники — это ебаные ведьмы. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Догоняй, ёпта, чё ты? Жрать-то мы что будем? Они что-то вообще ничего не жрут, кстати говоря. Может, так надо? Или, типа, это прикол? Или, может, боги ничего не едят? Будь готов. Бляха, сейчас месиво будет. Опа. Что-то другое. Спокойно. В смысле что-то другое? Подожди, давай... Рисмотримся. Так, вон какая-то падла, спокойно. Сука, он же встанет сейчас. Опа, дверь сломал. Они сейчас все, сука, встанут. Смотри мне, бляха. Тут эти странные дохлые твари. Не подходи к ним. Я-хо! Чё никто не встает? Я уже готов атаки применять свои. R1, R2. Замораживать буду. Отгонять, отпизживать. Чё? Давайте драться. Еще одна коллекция. Хорошо. Блин, ну мы продадим прям жо... А чё, реально, да, не будет драки-то, что ли? Мне, наверное, кабан сейчас пиздюлей не дает по-любому.
Может, всякое. Еще один! Твою мать! А, где топор? Отдай. Осторожно! О, суперударчики мы попробовал нормально. Нормально, только как-то неотзывчиво они делаются. Я вроде нажал, а ничего не происходит. Непонятно. Смотри, он залез под колонну. Ну все, ему пизда. А как это жарабасина за колонну? В смысле? Если он пролез, то ты-то что не пролез? Что тебе должен поднимать-то? Да он какой-то магический, по нему видно, там что-то нарисовано. Там, по-моему, написано, сука, только попробуй меня стрельнуть, я тебе ебало ночью прострелю. Я сам. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Стреляй в пердак ему прям. Не спеша и точно в цель. В пердак стреляй. Куда ты попал? Не упусти. Бляха, кабан живучий какой. Надо было в пердачелу прям стрелять, прям в дырку туда. Прям, фу, как гарпун. Чё это? Ну ножик просто, ну какой же ты не мне... Ой, все ясно. Короче, сейчас надо подойти и сказать, слышь, где ножик? Он такой, был здесь, а мы ему такие, чё, сука, чё это, спокойно. И будем с него, короче, бабки требовать. Мальчик. За ножик. Мальчик, найдите Андрея. Бля, пропал. Все, а чё так темно-то стало? Чтобы позвать ножки. Мальчик. Мальчик. Мальчик, любой, похуй какой. Главное, чтобы какой-нибудь со мной был. Где ты? Мальчик. Скорее, отец. Ой, все, глюки, окей, понял. Пизда был. По звуку идем. Атрей! Он замедляется! Окей. Ах, что-то на меня проклял кто-то. Подожди меня! Сюда. Как сюда? Все, пропал пиздюк. Атрей! Придурок! Мелкий, ты где? Бля, он не отзывается. Опа, ясно, понятно. Не в ту сторону пошел. Что вы наделали? Прости. Атрей! Так, какая-то баба еще там неадекватная, походу, появилась. Что он чей-то? Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Галюнчики. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались они. Не очень. Да кто, блядь, знал? Ты что тут наезжаешь-то? Это моя вина, надо было строже следить. Конечно, твоя. Нет, я ему не позволю. Так. Ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Цуна. Фока. Ведьма! Сжечь ведьму! Мой дом вон там, за деревьями. Зарубим ее! Зарубим ее! Ты чё, я ей буду ведьме помогать? Почему? Хорошо, сейчас он спокоен. Ему лучше. Грейса. Сюда. Ты тебя бы от джунглей исследовать взять куда-нибудь. Вот ты бы помогла, короче, быстро. Следуйте за ведьмой. Нихуя мне это никакого... Ничего хорошего это не предвещает. Чё в нем? Ой, мать этот твою. Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мне кажется, это был необычный туман, потому что внезапно все так расцвело какими-то яркими буйрными красками, и кто-то обдышался краской как минимум.
краской, клей. Что там еще? Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Ты че, блядь, крот? Гляди! Мать твою, что происходит-то? Блядь, живое дерево! Да ну нахер! Черепаха! Вышла! С утра, блядь. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Он, по-моему, забыл, как его зовут. Не трогай его! Она хорошая. Это что, сопли? Я ебу. Мать твою за ногу. Да ну нахуй. Ёбаный свет. Какие еще слова здесь можно рассказать? Блять, она ведьма, у неё пентаграмма. Да кинь ты нахуй эту колбасину, блять, сама дойдет. Положи его на доску. Он блюет на меня. Держи крепко. Держи. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. И че? А он не знает? Не знает, кто ты? И кто он сам? Какие это претензии, слышишь? Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Вот ты, блядь, все куда-то ладно. Нос свой засунуть тебе сердечник. Нужно. Тебе какая разница, слышь ты? Ведьма, мы тебя сейчас сожжем нахуй вместе с черепахой. Соберите цветок. Сердешник. Белый такой, говорит она. Вон тот, вон, жопой чую. Блять, мы внутри огромной черепахи, что может быть лучше? А, это рыба, окей. Ебать, это черепашья жопа. В жопу черепахи что-то вставлено. Так, а сердечник... Сердечник. Жопа черепахи и сердечник. Может, надо было мелкому все тупо сбагрить, сказать, слышь, мелкий. О, сердечник. Ага, так, я и поверил, что это для кабана надо. Ага, сейчас скажет, на тебе она. Ой, да ладно, да что ты, да хорош. Да не, ну не стоило, ну не надо. Ну хорошо, ладно. Что-то типа того и дай скажет, по-любому. А, блять, кабана спасаем. Нормально, нет? Сердечник, хорошо. А краснокорень принес? Его ищет мальчик. Ему нужна помощь. Ой, мальчик. Без обеих трав мазь не получится. Мальчик тупальчик не может найти красный корень. Ну что за человека воспитали, ёпт. Чё они все синеглазые такие? Вставай, кабанин, чё ты придуриваешься-то, ну? Ты можешь побыстрее ходить здесь? Или типа по дому не бегают? Какой порядочный, ты посмотри. Ой, мальчик, тупальчик, не может найти красный пальчик. А где он вообще? Поможешь? У меня никак... Никак, селенки еще не хватает, что ли?
пригодится. Я выронил? Как догнался за кабаном. Но как же так? Он что-то весь в слезах сидит уже, или что? Я же не мог ты его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательнее. Лошара. Чуть не просрал последний ножик, ты представляешь? Ну как так вообще? Не, ну они явно чем-то обдышались. Слишком уж все красиво, конечно, здесь. Вернитесь к ведьме. Слишком красиво, я не согласен, что такое возможно может быть. Нас чем-то обдымили, обкурили, обхерачили чем-то непонятным. Это 100%. Да, то, что нужно. Он будет жить? Хуй его знает. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Так, пареньку выйти или что? Или ты о чем ты говоришь? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от... тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Снежинка. Снежинка на древневедьминском означает Люина. А тебе просто слюнями ебал протру. Как же это классно, да? Когда тебя слюнями вытирают. Фа. Эмили. Что-то какие-то не слишком легкие заклинания, однословные. Под домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе. А затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Это как так, в смысле сам пожелаешь? Как это связано, не понял. Ты какой-то там призыв дала мне? Шлюина, раз этот такой. Этот подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Ага. Возьмите лодку. Ага. Вы получили ком... Возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Среди миров? Он укажет вам дорогу к цели. Вы получили компас ведьмы. Это все, что я успел прочитать. Подожди, не торопись. Я что-то вижу, что это такое. Что это такое? Ясно. Кошмары! Блять, какие кошмары! Нихера себе, я стрелок! Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да, от них... Бестиарий. Так, кошмар. А мама рассказывала мне сказки про кошмаров, пока... Ну, пока мне не начали сниться кошмары. Я очень расстроился, но она сказала, что это тоже часть жизни и что в ужасе есть своя красота. Она во всем видела светлую сторону, даже в этих жутких летающих глазенках. Говорят, что кошмаров назвали в честь Мары, древнего существа, которое садится на грудь спящих и питается их страхами. Или они сами кошмары? Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. Че это? Че это такое? Так, я получил компас ведьмы, во-первых. Но мне про него ничего не писали. Блин, надо все ломать, чтобы серебро собирать. Серебро пригодится. Ха! Подожди, мелкий сундук. Обычный талисман. Прилив здоровья. А, талисман, сосредоточие жизни. Защита 2, живучесть 4. Окей, давай надену. Давай надену, без проблем надел. А, это типа я. Все ясно. Обычный талисман зеленый. Хуйня. А, нам нужны талисманы других цветов и, в принципе, одежка других цветов, чтобы мы были модными, классными, сильными и опасными ребятами. Я вижу, не стоит мне указывать. Сначала я должен обследовать область.
Маленький ты засранец. Учись сначала брать все, что тебе причитается, и даже что не причитается, а потом уезжать. Поехали. До горы доберемся быстро. Секунду. Мне просто не верится, что я тут. Секунду. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Чем он болен-то? Просто хочу сказать, что все это здорово. Я увидел там внезапный сундук. Чем он болен? Подожди, я не понимаю. А, мне причалить к тому берегу, наверное, надо. Или нет? Ну-ка, подожди-ка. Какой я глазастый сегодня заметил. Ты смотри, ну-ка. Спокойненько. Как сюда слезть? Да ну бляха, серьезно что ли? Подожди, а как сюда пробраться? Там можно было спрыгнуть, наверное. Ладно, пешком, значит, окей. Надо подобрать, этот сундук хороший, может там что-нибудь фиолетовое, зеленое или... Ой, зеленое мне не нужно. Фиолетовое или еще какое. Там запароленная дверь, в которую не могу пробраться почему-то. Блять, а от ведьмы только один, что ли, выход-то, да? Ах ты ж, сучья баба. Ты серьезно, как мне добраться-то? Это, может, проход между мирами? Типа, в этот мир я могу, в этот не могу. Он мне даже ничего никак бы не говорит по этому поводу. Что это? Вот что это? Ниста! Какая Ниста? О! Прилив здоровья. Ой, это талисман, который будет меня исцелять, что ли? Красиво. Походу, да. Не, когда добраться, серьезно. Там есть какая-то дверь. Мне кажется, все-таки это типа что-то общего места, наверное. Когда-нибудь мы доберемся и туда. Наверное, ведьма это типа, знаешь, центр. Центр того, куда мы будем постоянно возвращаться. Мне кажется, это именно так. Ладно, поплыли, короче, насрать. Там есть дверь, и в любом случае мы сможем туда вернуться. Не знаю почему, но чую. Я подройдите к новой цели, следуя заметкой на компасе. Хорошо. 300 метров по пещерам, по сырым. Тут вообще-то можно простудиться и умереть. Так, а не дойти до горы. Причем даже не от троллей, а просто тупо от простуды. Вон и гора. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря... Море воняет. А ты как хотел? Там киты дохлые, блядь, кальмары вонючие. Там что только нету. Ты думал, море это солнце и песок, что ли? Ага. Это Тор. Тор. Тор кто? Бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. А, похоже на Бальдра. Бальдр. Он ас. Сын Одина и Фрид. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? Да уебал тут одного. Случайного. Так, давай, короче, не будем сейчас сначала. Или будем, подожди-ка. Я сюда куда-нибудь прибухтить свою бортелку-то могу, нет? А то мало ли кто-то что-то от меня все-таки спрятал здесь. Это было бы неплохо. Сельдь. Выпрыгнула там. Это что? Что это было? Я вроде что-то вижу. Тихо. Прямо посередине озера. Поехали. Осмотрите свечающуюся статую, там было написано. Да это какой-то мужик огромный. Смотри, щит, меч, пизда, рулям, все. У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Только вслух их не читай, потом мне просто перескажешь на нашем языке. Он сейчас прочитает и его пробудит. Ну, я жопой чую. А, это просто написано, костер. Написано, пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что?
бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Я против. Что, правда бросишь? Нет. А, так я же могу его вернуть, хули. У меня же есть кнопка треугольника, он само прилетит. Кидай! В рот насрать. Опа. Топор не вернулся. Я тебе говорил, он встанет, а ты мне не верил. Ёб твою мать, это огромная змея. Держись, сын! Ладно! Это я тебе вибрацию джойстика даже отдаю, чтобы ты ощущал ее. Что это такое? Еще одна огромная черепаха. Нет, что-то побольше. Это мировой змей. Который даст нам пиздюлей. Зря мы его пробудили, конечно. Очень-очень зря. О, а ты на картинке был, да, где-то, блядь, на этом. Сила Эйтра. Только не бойся. Не боюсь. Здорово. Он говорит? Он рыгает, по-моему. Смотри, вон там разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора, только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. Ебать, как страшно было сейчас. Вот почему тут берега раньше не было, да? Да, наверное. А вон гора, и это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Охереть, как тут все глобально. Мы сначала причалим, да? Да, сначала причалим. Кто пройдет здесь с незапамятных времен? Хуй его знает. Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Нихера себе, подожди-ка. Мировой змей. Мы разбудили мирового змея Мидгарда. Папа думал, что он нас съест, но мама всегда называла Йормунганда добрым великаном. Он пытался с нами поговорить, но я ничего не понял. Наверное, это был язык, на котором говорят великаны. Кажется, мы ему не очень интересны. Хотел бы я с ним поговорить. У меня столько вопросов. Откуда он взялся? Чем он занимается? Что ест на обед? Надеюсь, мы все-таки найдем способ с ним побеседовать. Не знаю. По мне, так он большой. Когда это все построили? Очень-очень давно. Очень, да. Осмотрите храм и мост. Бля, хорошо. Хорошо. А, лягуха. Можно сожрать. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Ты, блядь, тут откуда? Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Ну, ладно. Сука, почему постоянно находится какой-то хитрожопый хер, который все делает очень легко? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите! Как он сюда попал? Я не понимаю. Почему он такой хитрожопый? Ну, что за херня, что там было? Стой, а к Броку не зайдем? Да сейчас зайдем, подожди. Вот хитрожопый синий черт. Сука. Постоянно во всех играх есть какой-то хитрожопый парень. Как он здесь оказался? Вот как? Это же все было под водой, ты. Что ты врешь мне? Что ты сделал? Как ты здесь попал? Ну-ка. Лови! Спасибо. Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться.
работает в один конец. Только сюда и никуда больше. Окей. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда, если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Не-не-не, это надо попробовать. Так, пройдите к башне. Подождите. Я готов к работе. Естественно. А чё? Лучше не брать позади усилить. Да это я знаю, что ты меня 100 раз обучаешь. Чары какие-то. Так, продать артефакты. Ну, я же всегда рад помочь. Это ты молодец, конечно, да. Так, броня для бёдер, рукоять... Что такое рукоять для топора? Можно изменять рукоять свое оружие, разве рукоять не только улучшает характеристики, но и наделяет оружие уникальными особенностями. Улучшение рукояти позволяет усилить ее влияние на характеристики Кратоса. Изогнутая рукоять восстановления. Плюс 4 восстановления, плюс 1 сила. Плюс 3, плюс 2. Ага, окей. Так, броня для рук, разбойничьи обмотки. Может, нам силу прям жестко качать, да и все? Типа, нахуй нам эта защита. Так, окей, подожди, броня для бедер. Ну да, тут все можно сделать. Чего тебе, мелочь пузатая? Мелочь пузатая, сука. А урок скорее восстановления стрел когтя. Увеличение урона врага. Увеличение урона наносимого артеем в ближнем бою. Блин, подожди, Саша, не для тебя. Талисман. Что такое талисман? Талисман обладает уникальным эффектом, способом помочь вам в бою. Лучше талисман в лавке, и можете повысить его эффективность, скорость на зеленых способов. Окей, допустим. Талисман решительной защиты. А у меня есть талисман же, нормальный, нахуй мне нужен. Так, а здесь еще левиафан, колчан когтя. Что это значит? Количество стрел прибавляет. А, ускорение восстановления стрел, допустим. Не, ну это прям нормально как бы применяет, мне тут жизнь восстанавливает, чары. Так, живучесть на 3, восстановление на 3. Повышает силу рун на 3, удачу. Окей, давай сначала разберемся тогда с левиафаном. Замерзшее пламя у меня нет. Коготь тоже нет. Колчан, когти, ускорение становления стрел. Пока не очень требуется, не очень этим пользуюсь. Так, броня для рук. Давайте я сделаю себе. Да на силу будем делать, да и все. Материал весьма прочный. С моим напором готов пройдет. Выбрать, хорошо, сила 47. Дальше, броня для бедер. Еще плюс 9. Отлично. Все, в силу захуячу, чтобы разносить только так прям всех. Так, рукоять для топора. Плюс 3, плюс 2. Плюс 1, плюс 6. Плюс 3, плюс 3. Сила плюс 1. А что восстановление делает? Так, ускорение восстановления рунических атак, рунных призывов и талисманов. А, это хорошо. Так, плюс 1, плюс 4, плюс 3, плюс 2. Но здесь больше смысла. Давай вот так вот я сделаю тогда. Изогнутая рукоять, хорошо. Выбрать. Так, теперь с пиздюком давай посмотрим. Что с ним? Во-первых, колчан, наверное. А, я могу это еще и улучшить, нихера себе. Но это не намного увеличивает, на самом деле. В этом смысла маленько, а совсем даже мало. Так, коготь. Для этого ничего не хватает. Броня для... А у меня уже не хватает рубленого серебра, да? А сколько у меня всего? 6 тысяч. 6 тысяч. Ну, на колчан-то хватит, нет? На колчан хватает. Ну, давай. Окей, улучшил. Но я типа теперь... Я теперь сильно-сильно сделался, да? Хорошо. Так, это портал же, получается. Нам открыли порталы, да? Да, порталы.
как? А, ну понятно. Короче, мы пока можем только сюда. Точнее, мы только сюда и будем уметь. А потом там, где откроем что-то еще, сможем перепортироваться сюда. Это неплохо. Это хорошо. Это мне нравится. Я теперь сильно прокачанный стал. Главное не забывать про мои вот эти вот суперспособности, про талисман. Так, мы отсюда пришли? Или отсюда пришли? Подожди, отсюда две лодки. Сюда кто-то еще приплыл? Это что такое? Извини. Возможно, это что-то ценное. Новый набор артефактов. На озере Девяти мы нашли красивую носовую фигуру. А, наверное, корабль, который она крушала, пережил множество великих приключений. Мне кажется, на берегах среди обломков есть и другие похожие фигуры. Может быть, Брок даст нам за них рубльного серебра? Да, конечно, даст. Куда он денется? Так, а я и сюда могу присесть, что ли? Там что-то ледяное. Ладно. Бляха, у нас тут прям открытый мир практически. Хошь туда, хошь сюда. О, змеюга! Подожди-ка, где топор-то? Возьми топор. А где топор? А, вот он. Блядь. Тухленький топор, ладно. Не смешно! Ржет она до нас, слыхал? Чайка мне сказал, тварь пернатая. А, блядь, опа, шо, крыса. И чё это? Лифт! Ебать! Так, там одни ворота. Нам вот в эти, скорее всего. А чё я поднялся? Зачем? С какой целью-то? Просто так, по приколу, что ли? Непонятно. Назад. Потом уж что-нибудь откроется, не знаю пока. Но нам в любом случае туда идти, вон, даже по компасу. 95 метров туда. Блять, игрушка хороша, конечно. Ой, зеленая тварь! Ну-ка, 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 ну-ка. Так-то не выебывайся, я сказал тебе. Ну-ка, прися. Боевые навыки Атрея. Атрей обрел уверенность в себе. Теперь он будет поддерживать Кратоса в бою, проводя физические атаки при подходящей возможности. Его способность можно улучшить на вкладке. Окей, вкладка навыки. А кто-то со мной дерется сейчас? Откуда у меня показалась-то опасность-то? Приготовься! А, блядь, а я ебать. Не выебывайся. Ой, он хилка, нихера себе, ты что делаешь-то? Он что, его сам ушатал? Серьезно? Я тебе как дам сейчас. В натуре, смотри, что черт творит. Еще один сдох. Если везет, эта башня приведет нас к горе. Я готов. Вот это у меня напарничек, слышь, появился. Козырный какой. А, разбойник. Они были простыми разбойниками, но потом их испортила магия Сейдер. Когда и почему это случилось? Непонятно. Там сундук. Ну, мы же сюда будем возвращаться, мы сможем до тут доплыть, по-любому. Пойдем вперед сначала. Ебать. Но он теперь вообще просто... Подожди, сколько у меня опыта? Так, деревянная рукоятка. А. Окей. Так, я все надел, да? Да. Навыки. Того пиздюка тоже одежда есть, что ли? А я же ему не сделал ничего. Так, навыки, подожди-ка. Метки на карте. Ой, как я случайно сюда зашел. Так, навыки. Левиафан, коготь. Артей будет самостоятельно помогать Кратусу. Уже хорошо. Так, а у меня 1000 опыта есть, да? 1000 опыта у меня есть? Серьезно? Я могу что-то прокачать, значит, хорошее. Попадание... А, это комбо. Блях, комбо не хочу. Нажмите R1 во время бега, чтобы провести атаку в прыжке. Какая-то слабенькая атака в прыжке. Так, наносите атаки, и при этом вы потом не будете получать... будете получать прибавку. Выполнение уклонения, удерживайте L отклоненным вперед и нажмите R1, чтобы нанести быстрый удар топором. Ага, это подскок, подпрыг, хорошо. А, свершив точный бросок топора в голову, или... это я видел.
Взрыв холода, хорошо. Так, удары щитом, яростный бой. Такой у меня есть. Так, это для ярости. Ага, рановато. Так, удар щитом. Два раза подряд, чтобы сбить блок. Такое есть только в другом. Блин, я думаю, может пиздюку что-нибудь прокачать. Увеличение урона от стрела в ближнем бою. Это именно пиздюку? Повышение скорострельности когтя. Хорошо. Серия ударов. Так, магический бой. Блять, какая-то магия еще есть. Блин, я даже не знаю, что на самом деле вкачать. Носящую огромный урон. Можно, конечно, вот это вот сделать еще. Требуется... А, у меня восстановления нет, серьезно? Давай вот это вкачаем. Я, в принципе, бью временами и не получаю урона. Это мне очень сильно пригодится, скорее всего. Так, во-первых, руны. Что тут такое? Эти руны я не знаю. Ты что, лох? Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Лох по-любому, да. Чисто! Серебро. Так, а это что, спуск на воду? Так, это лифт, судя по всему. А я оттуда могу его? Наверное, нужно спуститься, а потом типа это как его. Куда-то сплавать и потом подняться. Че, нет? Серьезно? О, проходик тайный. Да, тайный проходик. Ладно, давай сначала зайдем сюда и не понимаю, что это такое, посмотрим. Сюда мы в любом случае будем возвращаться к кузнецу, чтобы что-то прокачивать. Ой, блядь. Ой! Что это? А хуй его знает. О, урон от холода пошел. Бляха, отравили чем-то, сука. Так, ну-ка. А как же зарядка? Подожди-ка, не понял. Не понял сейчас. Я ж прокачал зарядку, нет? Ну-ка, секунду. Так, навыки. Вот. А, я урон от холода прокачал. Все, перепутал. Перепутал. Я же говорил, нам нужен ключ. А чё, у нас нет ключа? Я не могу прочитать. Ты чё, дурак? Лох? Тряпка, что ли? В натуре, походу, не может. Смотри-ка. Так, ну это у нас легенда сейчас. Смотри, будет. Смотри, тут еще. Хотя, может быть, он здесь чем-нибудь научится. Смотри, мировой змей. Ага. Он куда больше, чем я думал. Куда уж больше, если он мир-то опоясывает. О, смотри, он укусил Тора. Да, выебывался. Или укусит его, наверное. Окей. Уходя, великаны оставили святилище, которое хранит их историю. Похоже, сказка... А, ага, окей. А сам миф-то дайте почитать. О. Мировой змей протянулся по всем водам Мидгарда. Достаточно ли он велик, чтобы справиться с Тором? До сих пор не могу поверить, что мы с ним встретились. Так, а что такое? Туда мы, скорее всего, не пройдем, потому что там, наверное... А, я могу это взорвать. Точно могу. Какая-то странная территория. Так, нам заканчивать пора, да? Сейчас докуда дойдем и закончим. Что значит? О, что-то лагануло. Еб твою мать! Кто? Ёп, ты меня как сильно бьёт-то.
Это рявка, бля. Мы справились. Конечно. Бестиарий обновлен. Тацтелевурм. Выглядит как помесь кошки с ящером или ящерица с котом. Впрочем, какая разница. Все равно странное сочетание. Эти существа любят подбираться к добыче, подкапывая ходы под землей. У них очень острые когти и зубы. Но самое страшное их оружие — ядовитый шип на хвосте. Вот его действительно стоит опасаться. Он что-то зарезал там маску какую-то только что. Эй, это фрагмент шифра. Нужно найти еще несколько таких. Ага, и мы сможем пройти дальше. Ладно, окей, давайте, короче говоря, на этом закончим. Муспельхеймская тайна, 51 из 4. В следующей серии продолжим. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте. Ставьте лайки, если на встречу в этом самом следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.